Ты в Лиге Умников-Разумников, и сегодня мы наконец-то пройдем четвертую ночь в игре Five Nights at Freddy's Sister Location. Ха, как же, ничего у тебя не получится. А вот и нет, потому что мои друзья-подписчики написали в комментариях, как пройти четвертую ночь. И к тому же в этот раз я прибегну к маскировке, и в этом мне поможет маска Фокси. Нажимаем продолжить. Поехали. Девочка нам опять рассказывает про то, что Балора может надувать воздушные шарики, но нам это уже не важно, потому что мы это много раз слышали. Главное продержаться эту ночь. Все. Начинаем играть. Так, вот тут мы сидим в этом шлеме. И Бэйби нам опять рассказывает, что мы должны и что не должны делать. Так. Очень темно на самом деле тут. Вот только камера там мигает, но она ничего не освещает. Вот ничего, реально ничего не освещает прямо. Так. Да, она нас похитила. Мы это уже знаем. Ой, начинается четвертая ночь. Ах, как же она это страшно говорит. Вот почему все время страшно? Так. Давай, открывай. Все, сейчас замочки активируются, когда она начнет про них говорить, и я сразу же начну их закручивать. И... поехали. Да. Не прикольно то, что замочки, они иногда некоторые раскручены, некоторые закручены до конца, когда открывается, вот, как можно сказать, если вы панель вот так открывается. Вот, один замочек очень сильно был раскручен. Так. Закручиваем. Сейчас начнут лезть минирены. Это очень плохо. Так, вот полезла одна. Так, сейчас мы ее стряхнем. Подпустим ее повыше чуть-чуть. Бан! Все, полетело. Из-за того, что мы стряхиваем минирен, костюм шатается. Они улетают. Вот еще одна лезет. Вот она нам не нужна, все пока. Костюм шатается, и из-за этого замочки еще быстрее раскручиваются. Вот в этом вся неприятность. А можно было так все время шатать костюм, если бы замочки от этого не раскручивались, и можно было их не бояться. Но все равно замочки представляют из себя довольно сильную сложность. Вот это самая жуть. То, что к нам заползают вот эти мини-рены, вот это вообще становится страшно. Они как пауки. Это как представляют, вообще очень неприятно. Так. Так, они заползают в костюм. Вот, сбросили, хорошо. Но немножко потратили замочков. Вот заползают вот эти маленькие мини-рены в костюм. Это вообще страшно, то, что они качают костюм из-за этого, и замочки еще быстрее начинают раскручиваться. Ух, надо продержаться. Так вот, ныряют. Вот они реально ныряют сейчас. Ну а нам все равно продолжаем. Так, закручиваем. Сейчас, наверное, кто-то вот будет лезть по стенкам. Так. Ведь реально все быстрее и быстрее. Вот, лезет улочка, все, прогнали. Они похожи на облака слегка из-за своих беленьких голов, таких противных. Так, ну, главное. Так, не подведи маска Фокси. Так, дальше. Главное продержаться 3 минуты. Вот сейчас время уже идет. Так, если замочки... вот сейчас эти шарики, они направлены вверх, когда я их до конца закручиваю, вот эти серенькие. А если они, вот пока, если они направлены ровно вниз, то замочки начинают красным мигать, потому что они входят в опасную зону. Вот сейчас вот этот вот, оп, все, закручиваем, не дадим ему в красную фазу войти. Так, вот этот закрываем, вот этот, он уже был опасно близко к красной фазе. Вот этот, он уже пошел сильно, ничего себе, все быстро раскручивается, так. Надо быстрее их закручивать. Если замочек будет мигать красным и поднимется вверх, то есть через другую сторону поднимется вверх, то тогда Минирена сразу нападет ей, вот пока, откроется путь, то есть напрямик, и она пройдет моментально. Ой-ой-ой, как много замочков там на красной фазе. Это вообще сейчас опасно. Так, главное справиться. Еще немного осталось. Так, давай, маска Фокси, не подведи. Так, надо скорее. Угу. Вот лезут, но я ее не буду пускать сейчас, потому что тогда я потрачу. Ура! Да! Я прошел эту смену! Ну все, пора звать Бэйби, чтобы он не прошел пятую ночь! А ты хочешь, чтобы я прошел пятую ночь? Напиши в комментариях! Приходи еще на канал Умник